Первое отделение на выезд улицы Шолома, 45, горение травы. От небольших возгораний до крупных происшествий, где необходима эвакуация людей с места пожара. 375 лет российские пожарные добросовестно выполняют свой долг, независимо от масштаба бедствия. В Ульяновской области 177 подразделений пожарной охраны, которых около 4000 человек. Представители профессии отличают храбрость, готовность всегда прийти на помощь, выносливость и, конечно, оперативность. Боевая одежда пожарного включает в себя специальные сапоги, брюки, куртку, ремень, каску и многое другое. Весь комплект вместе со средствами индивидуальной защиты весит около 40 килограмм. В течение одной минуты необходимо полностью собраться и выехать. Свой долг пожарные выполняют и в нерабочее время. Так Станислава Миронова осенью 2023 года наградили за спасение при пожаре. Он вывел двух людей из горящего дома на улице Звездной в поселке Мостовая. В свободное от службы время ехал домой и увидел загорание в доме. Прибыл туда первым, оказал помощь двум людям, живущим в этом доме. Вот, по прибытию первого пожарного подразделения передал оперативную обстановку, и дальше уже мои коллеги, кто работал в этот день на смене, начали тушить пожар. За 2023 год спасли 153 человека. Всего за прошлый год ульяновские огнеборцы ликвидировали более 4,5 тысяч пожаров. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.